Всем привет, мои дорогие подписчики. Ой, по шляпе. Сейчас мы начнем краткий обзор наших покупок в Глобусе. Все по чеку. Сейчас я сделаю вам вот так. Вот, и начнем. И начнем мы сегодня. Правильно, с любимого Шишкиного леса. Вот видите, моя любимая вода — Шишкин лес. 1 литр. 1 литр воды Шишкин лес стоит 26 рублей 99 копеек. Далее, за Шишкиным лесом у нас идут, все по чеку, груши конференция. Груши конференция, 3 штуки, 614 грамм, на 85 рублей 95 копеек. Груши выбирал желтые, такие не зеленые, такие, что сразу можно их есть. Далее у нас идет по чеку. По чеку у нас идут кальмары натуральные, любимые баночка. Без кожицы, натуральный, тушка, филе порционный. Изготавливает морской котик. Вот так вот. По ГОСТу. Заготовлено по ГОСТу. Готово к употреблению. Мои любимые морепродукты. Далее у нас идут персики. Персики. Где персики? Вот они. Вот они, персики. Азербайджанские персики. Такие красно-желтые, красно-оранжевые даже, я бы сказал, такие спелые, мягенькие, сочные. Здесь в пакетике 5 штук на 67 рублей 37 копеек. Вот персики у нас обошлись в такую сумму. Далее у нас идут по чеку лимоны. Два вот таких желтеньких любимых лимончика. Добавляю их в чай. И не только в чай, а каждое утро натощак нужно выпить стакан кипяченой воды и выжать туда лимонный сок. Лимоны, два лимона нам обошлись в 31 рубль 83 копейки. Далее по чеку у нас идет штрудель. Штрудель грушевый. Видите? Грушевый штрудель купили сегодня, вкусный. Свежий, свежий, 21 числа его изготовили. Начинка из груши. И стоит он 29 рублей 69 копеек. Далее у нас идет печенье. Не сдобное печенье, а вот такое печенье. Называется семейка Осби, печенье с изюмом. Более 30% изюма в трех мини-упаковочках здесь. Делает Останкинский завод бараночных изделий. Осби, Останкинский завод бараночных изделий. Вот. Понятно, кто это делает? Между прочим, очень вкусное печенье. Гран-при конкурса товаров новинок. Вот видите, тут темный виноград, печенье в таком слоеном. И стоит это чудо печенье 34 рубля 69 копеек. Стоит это вот так. Далее набор рыбный. Набор рыбный — горбуша. Вот такой, дальневосточная горбуша. Вот. Вот, видите? Вот такая рыбка, вот с этой стороны видно лучше. Вот она, такая мелко нарезанная. Ну, такой набор из горбуши. И стоит он 99 рублей 99 копеек. Представляете, не 100 рублей, а 99 рублей 99 копеек. Дальше у нас идет гель для душа. Гель для душа. Будем мыться в душе. Кто его делает? Маграф какой-то делает его. Маграф. Видите, вон написано внизу, кто делает. Маграф.
гель для душа, виноградный, обогащенный, виноградный сок. Поддерживает оптимальный водный баланс кожи. 100% натурал. Вот, видите? Grape Fresh. Вот такой гель для душа у нас. Стоит такой гель для душа в Глобусе 69 рублей 99 копеек. Далее у нас идет по акции. Сейчас я достану из мешочка. Он в мешочке, в пакетике лежит, чтобы вам виднее было. Эскалоп. Диетический эскалоп из индейки. Эскалоп из мяса индеек. Делает его Индолина или Индолина. Изготовитель Евродон. Вот, Евродон. Ростовской области делают вот такие эскалопы из индеек. Аккуратненькие, 4 штучки там, упаковочки, 400 грамм. Стоит эскалоп по акции 128 рублей 99 копеек. 129 рублей стоит вот такой эскалопчик замечательный. Вот. Сегодня после обзора я его и приготовлю, поджарю. Далее у нас идет универсальное средство. Вот. Универсальное средство для ванной комнаты. Видите, без токсичных веществ, без запаха. Вот такое. Айкип называется. Универсальное средство для ванной. All in one. Здоровье вашего дома. Видите, можно раковины. Сейчас прочитаю, что можно делать с ним. Удаляют грязь. Удаляет грязь, удаляет известковые отложения, мыльный налет. Идеально для регулярной уборки раковины всех видов ванн, в том числе акриловых, для унитаза, душевой кабины, хромированных поверхностей, кафеля, пластика. Не содержит гипохлорид натрия, хлор не содержит, фосфатов нету, ароматизаторов нету, красителей нету. Все. Экологически чистый продукт. Вот. Для уборки в ванной комнате. Стоит это средство 124 рубля 99 копеек. Далее у нас идет по чеку сметанка. Где она? Вот она, сметанка. Сейчас ее я вам достану. Тоже она у меня все в отдельных пакетиках лежит. Все вот так вот. Сметанка вкусная, очень брест-литовская. Брест-литовская сметана. 20% жирности. Вот такая сметанка. Знатный продукт. Изготовлена сливок нормализованных, пастеризованных с использованием закваски. Вот. Вот такую сметанку взяли. Сколько здесь в баночке? 315 грамм. И стоит эта сметана 49 рублей 99 копеек. Далее у нас идет творог зерненый. Белорусский творог зерненый. Называется мой любимый... Ой, печенье упало. Мой любимый Савушкин. Савушкин. Вот, видите, Савушкин делает. Белоруссия. 101 зерно. Творог зерненый, 5% жирности, вот, без консервантов, без стабилизаторов, без ароматизаторов, без всего. Вот, творог зерненый, и он же со сливками. Да, творог зерненый со сливками, представляете? 250 грамм, 250 грамм вот такой баночки. Очень вкусный со сливками творог. Слышите, там булькает сливки. Там зерненый творог и плюс сливки. 250 грамм стоит 72 рубля 99 копеек. Очень вкусный. Так, дальше у нас идет... Дальше у нас идет фруктоза. Натуральный фруктовый сахар. Видите? Фруктоза. Забота о здоровье. 700 грамм. 700 грамм.
Фруктоза – это самый сладкий природный сахар, присутствующий в любых сладких фруктах, во многих овощах и в меде. Слаще сахара в 1,5 раза, может применяться вместо него в домашней кулинарии, хорошо усваивается организмом, не оказывает отрицательного воздействия на здоровье, укрепляет иммунную систему, снижает риск образования кариеса, диатеза, повышает выносливость и способствует снятию стресса. Вот. Вот такая у нас фруктоза. Биопроверено, контроль качества. И стоит эта фруктоза стоит 172 рубля 99 копеек, 700 грамм. Дальше у нас идет по чеку сыр моцарелла. Моцареллочка вот такая мини-бикини. Вот моцареллочка в рассольчике. Вот 100 грамм. Небольшой пакетик, такой маленький пакетик 100-граммовый. Вот. Моцарелла чилиеджина в воде. Не в рассоле, я не угадал, не в рассоле, а в воде. И стоит эта моцарелла 57 рублей 99 копеек, 100 грамм. Дальше у нас идут хлебцы. Хлебцы щедрые. Хлебцы с семенами льна. Вот такие хрустящие, очень полезные. Хрустящие и настоящие. Вот. Натуральные ингредиенты 100%. 100% натуральный продукт. 24% клетчатки. Очень вкусно и полезно для здоровья. Стоят они 61 рубль 99 копеек. Так, сколько здесь грамм? Сколько здесь грамм? Сколько здесь грамм? Не вижу. Не вижу. А, 200 грамм здесь. 200 грамм, 61 рубль, 99 копеек. Далее у нас идет жареный арахис. Мой любимый арахис. Вот такие орешеньки под маркой «Глобус». Ядра арахиса обжаренные, соленые. Очень-очень вкусные. 100 грамм. И стоят они 37 рублей, 99 копеек. Дальше у нас идет российский сыр. По акции килограмм 298 рублей 99 копеек. Вот. И здесь вот кусочек вот такой сыра российского. Зараза, прервалась запись. Дубль 2. Сыр российский. Килограмм 298 рублей 99 копеек, я уже сказал. И вот такой кусочек взвесили на 119 рублей 30 копеек. Вот. Далее у нас идет, ну, в заключении, даже не далее, а последнее, то, что взяли по чеку, у нас идет вот это. Вот такие две наволочки 70 на 70 торговой марки Морфей. Где написано 68 на 68, но подушки у нас 70 на 70. Вот. Из города Иваново. Вот такие две наволочки симпатичных. Вот. Цвета слоновой кости, основной фон. На нем вот такие розы синие и розовые. Вот так вот. Вот такие две наволочки купили. Наволочки у нас стоят. И стоили у нас эти наволочки две штуки на 85 рублей 98 копеек. То есть каждая по 42 рубля 99 копеек. На этом наш краткий обзор закончен. Всем приятного просмотра. Всем удачного дня. Хорошего настроения. Всем пока. Думаю, что вам понравилось. До скорых встреч. Пока-пока.